Так, надо быстрее спрятать от Жорика. Списки. Да, да. Вита, 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 Вита. Та-ра-та-та-ра-та. Та-ра-та-та. Привет, Лёня. Привет. А что ты прячешь? Я? А ты с ребятами не поздоровался? А, привет, ребята, привет. А ты не поздоровался тоже? Я здоровался, здравствуйте, да? Ребята. Здравствуйте. Так что ты там прячешь? А ничего, вот одна рука одна. Ага, ага. А вот вторая. О, что это у тебя с рукой? А ничего, это я просто вымазался. Вымазался? Да. И вот у тебя вот что-то вымывались, болит. А можешь посмотреть, здесь ничего нет. Да ничего нет, да, не знаю, что ты там прячешь. Ничего нет. Ага. Давай сюда, что такое? Давай. Ты что, зажигал спички? Ну, что ты? Я не хотел их зажигать! Я хотел посмотреть, что такое спички! Спички? А они оказываются такие это плохие! Это плохие, конечно, садись вот! Я чего тебе сейчас расскажу, покажи мне руку! О, да! Ну ладно, мы потом твой ожог обработаем! Что это ожог? Это ожог. Это знаешь, как плохо очень. Выбросите спички вообще! Я их занесу на кухню, чтоб ты больше не трогал. Понял? Все, сейчас приду. Садись и слушай. Ты знаешь, к чему приводят спички? К чему? От одной спички может загореться весь дом. Да! Весь дом? Представляешь? Ты достал одну спичку. И что? И остался без дома и без игрушек, без своих. И вся наша комната и квартира сгорит? Конечно. И все мои любимые игрушки? Особенно Каркуша твоя, знаешь, как быстро так щухать сгорит? Да, это очень опасно. Дети, спички, это очень-очень опасно. Спички? Потому что спички детям не игрушка. Это все уже давно знают. Я думал, ты знаешь, а ты не знаешь. Я не знаю. Да, ребята, знаете что, ожоги, они тоже очень плохие. Это все происходит от пожаров или от каких-нибудь вот таких вот мелких... Вот таких вот мелких дел, которые делает Лёли. Я все понял. Я теперь никогда не буду брать в руки спички, потому что спички это детям не игрушка. И вообще, если может сгореть весь дом, да. Наша квартира, да. А игрушки. А представляете, что пожар мог еще больше вот таким большим стать, да? Он перебрасывается на другие дома. Кто он? Пожар или огонь? Пожар и огонь. Пожар это вот название такое. А огонь это уже самый главный зачинщик всего. Да, я понял. Я теперь никогда не буду брать в руки спички, потому что мне жалко моих игрушек. Конечно, не только игрушки. И вообще, ты мог ручку еще больше обжечь. И она болела бы очень-очень сильно. Ребята, никогда не берите в руки спички. Да. Честно говорю, не надо, не берите. Я обжегся, еще чуть не устроил пожар. Да. Вот. Обещаешь лучше, что так не будешь делать? А если устроить пожар, то сгорит квартира. Все. Горят игрушки. Ребята, давайте пообещаем друг другу, что мы больше так не будем делать. Лёлик, пообещай, что ты не будешь больше брать спички без разрешения Каркус. И надзора родителей. Каркус, я никогда не буду брать спички. И ребятам пообещай. Ребята, честно, я никогда не буду брать в руки спички. Вот. Ой. Ребята, вы тоже пообещайте своим родителям, что вы не будете никогда не брать спички. Да. Да. А теперь пошли смотреть мультфильм. Давай. Может, я пойду их выброшу вообще, эти спички? Так. Я их так выброшу. Кто я знаю? Тебя. Давай, Паскаль.